I'm going on a bear hunt. I'm gonna catch a big one. I'm not scared. I'm not scared. Look at that tall grass. Hi there, it's Nasty again. Не за горами лето, а значит и пора лагерей. Языковых, творческих, каких угодно. Только не пионерских, их больше нет. Если вы такой же, как я, учитель-студент, и отправляетесь в лагерь, а если не отправляетесь, мы настоятельно вам рекомендуем хотя бы раз это попробовать, то у нас для вас есть несколько крутых активностей и кричалок, чтобы не только завоевать сердца детей, но и научить их английскому. Because you need to learn English to survive. Итак, смена начинается, и нам нужно познакомиться с детьми и сплотить отряд. И вот неплохая языковая разминка для этого. Пусть дети по очереди кидают друг другу мяч, и тот, у кого мяч оказывается, представляется на английском. Например, Hi, my name is Nastya, I like ponies and marshmallow, and I like learning English with my favorite teacher, Miss Nastya. Oh, aren't you a darling little girl? Затем break the ice при помощи игры «Две правды, одна ложь». Каждый о себе говорит по три факта, разумеется, на английском, из которых два правда и один ложь. А все остальные должны угадать, в чем человек соврал. Здорово сближает. You lied to me? No. Что ж, теперь пора продемонстрировать командный дух. Заводные кричалки с веселыми движениями, или chants по-английски, вам здорово помогут. You can't ride in my little red wagon. Front seat's broken and the axle is dragging. Chug, 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 chug. И вот в этот момент, чуг-чуг-чуг, мы имитируем движение паровоза, улыбаемся и кричим еще громче. Одна из моих любимых кричалок посвящена банану. Она может показаться немного странной, но, поверьте, дети от нее без ума. Take banana, take, take banana, peel banana, peel, peel banana, eat banana, eat, eat banana, go bananas, go, go bananas! Oh my God! Главное сопровождать речевку веселыми движениями. Будьте как бананы. И еще одна кричалка, которая учит детей действовать синхронно, а также развивает их фонетический слух и знание интонационных конструкций английского языка. Каждую следующую строчку нужно читать все тише и тише. Way down the road, not so very far off, a jaybird died out of whooping cough. Well, he whooped so hard, and he whooped so long, that he whooped his head. And his tail right off. Волшебно, не правда ли? А теперь время задорных игр, с помощью которых дети смогут подтянуть английский. Number one. Human Scrabble. Как и в классическом Scrabble или эрудите, задача в том, чтобы составить слова из имеющихся букв. Отличие в том, что буквами будут сами дети. Они делятся на команды, им раздаются большие карточки с напечатанными буквами, и каждой команде дается 20-30 секунд на то, чтобы составить слово из имеющихся букв. Один человек — одна буква. Поэтому и Human Scrabble. Number two. Вариация на игру Марко Поло. Кому-то одному завязываются глаза. Его задача — найти остальных игроков, которые в этот момент на английском языке говорят ему свое месторасположение. Например, I'm behind the tree, или банальный I'm here. По сути, это те же самые жмурки, только на английском. Ну и, конечно же, никто не отменял классические игры, такие как Мафия или Alias, только на английском. А еще есть очень классная игра, называется Spyfall — Шпион. Всем игрокам раздаются карточки с локациями, кроме одного. Ему достается карта шпиона. Задавая друг другу вопросы на английском, игроки должны понять, кто же шпион. Сложность в том, что каждому участнику нужно задать вопрос так, чтобы дать понять другим игрокам, что он знает, что за локация, но при этом ее не выдать. Задача шпиона заключается в том, чтобы не выдать то, что он шпион, сделать вид, как будто бы он знает, где они сейчас находятся. Очень классная игра, всем рекомендую. Главное, keep it fun. Делайте все так, чтобы вам и детям было весело. И, конечно, с пользой для их английского. На этом не все. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал и на нас в соцсетях. Кстати, мы туда выкладываем очень прикольные вайны. Рекомендую. Ну и stay tuned. Bye!
поехали. Стоктанисарь, как говорит, это я помню. Так не надо говорить. И вы это, сердца детей. Как изобразить сердца детей? Вот сейчас, наверное, брокколи надо. Простите, тут просто перышко улетело. Как будто банан прошел. Я начала его провожать глазами. Это после полуночи здесь. Волшебно, не правда ли?